Стефанька. Кто его не может разбудить? Никто его не может, да? Тебя никто не может. Надо его будить, да? Надо его будить. Все проснулись сейчас. Не, ну мне еще можно лежать. Тебе еще можно лежать, но уже все равно пора вставать. Не-не-не. Что тут мокрое? Ничего там не мокрое. Мокрое. Афоня, а что там мокрое? Описывайся. Это что такое? А вон нет. Быстро вставать. Быстренько. Давай, давай, давай. Мама. Григорий на завтрак попросил яичницу с помидорами. Так что сейчас буду готовить. Так вот такая вот яичница получилась. Как суфле, Гриша говорит. В общем, сейчас будем завтракать. Приятного аппетита, сына. Спасибо. У меня же, кстати, тут фиалочка расцвела. Смотрите, какая красивая. Это я же ее покупала, там буквально было несколько листиков. Вот сейчас она поразрослась. А вот помните, один листик отломался, я его сюда вставила, и здесь уже, смотрите, вылазят еще листики. И вот я снизу тоже там были. Вот в этой фиалочке не очень приглядно, я их тоже сюда вставила. Может, что-то будет с них. Но пока эта радость меня очень радует. Что ты? Это красота. И вот, глянь. Да, ну не трогай, да. И вот еще раз цветает, да. Вот еще раз цветает, так что будет. Где бабушка Ина? Аша. Ушла куда ушла? Туда. А? Туда. Туда? А мы тут вяжем с тобой укропчик, да? Начали сегодня укропчик вязать с утра. А? Так, ножнички положи, пожалуйста. Не надо никого бояться. Я же с тобой. Ну я с тобой, никого не бойся, поняла? Ну что, мы сегодня будем обедать, доедаем рисовый суп, колбасу тоже доедаем, да? И мои вкусные огурчики. Сержуня их не любит, их ем только я и все. В общем, только Сержуня их и не ест, а так все и Зои даже, они очень нравятся. Что, колбасу будешь? Ой, как у меня ноги болят. Покажи, какая у тебя шапка красивая. Ну, одень. С розочкой, да? Ты принцесса Розочка? Да, я померяю тебе. О, какая ты красивая принцесса Розочка, да? Ты что, будешь играть со мной? Или пойдем работать? Нет. А что будем делать? Я и Сережу провожать? Пошли, скажем, Сержуня. Пока. Пока. Скажи, приезжай. Приезжай. Папа, подожди, сейчас ручки помоем, да? Давай, я открываю тебе водичку. Потихоньку, хорошо? Мыло. Нет, нет, давай сюда еще ставь. Вот так. Вот так. Сейчас мыльце я тебе дам. Вот. Подставляй ручки. Вот сюда подставляй, вот сюда. Где носик? Вот носик у мыла. Нет, ты повыше подставляй, где носик? Вот носик. Ты вот так ручки держи, хорошо? Зой, давай. Руки давай. Опа. Опа. Все? Давай сейчас водичку чуть-чуть посильнее. Вот, моя красавица. Сейчас будет чистая, да? Ты с кем там играла? С Дашенькой? Или с кем? С Сашей. С Сашенькой? Так, Зоя, теперь мы поворачиваемся. И вытираем вот ручки, хорошо? Все. Теперь можно прыгать. Прыгай. Нет, зубы не надо. Зубы дома. Сейчас прыгай, пошли. Нет, зубы дома. Побежали. Зубы дома. Зубы дома. Давай покажем тете Вере, какое платье прикольное. Бабушайте такой вариантик. Оно чуть выше колена. Но мне оно очень нравится. Да, с таким зеркалом. Забрызганным. Как раз только смотреть на платье, да? Но оно мне нравится. У него такая здоровская расцветка. Прям очень морская. Вот сейчас мы идем куда? Папе твоему помогать? Нет. Пошли поможем чуть-чуть папе.
я сейчас буду делать, жарить кабачки с помидорками, с чесноком, с майонезом, с укропом. Так, здесь у меня кабачки, которые я присолила. И они у меня вот так вот постояли, пустили сок, просолились. Муку сейчас я добавлю сюда в тарелочку. Так, и сейчас подсоленные уже кабачки. Будем обваливать в муке и выкладывать на сковородку и обжаривать в подсолнечном масле до золотистого цвета. Кабачки у меня порезаны примерно 0,5 сантиметра, то есть они не прям такие тоненькие, я не люблю. Они тогда становятся очень сухими и очень быстро зажариваются. Я больше люблю, когда они вот такие вот толстенькие. И, в общем, вот так вот все. Обжариваем все кабачки. Заполняем всю сковородку. Ну что, я вот до вот такого вот состояния, то есть я их прям не зажариваю, вот такое вот состояние. Слегка подрумяненное. И здесь, наверное, тоже сейчас уже будем переворачивать, да. Уже готово. Пока кабачки жарятся, я буду готовить соус. Здесь у меня майонез, 3 зубчика чеснока. Сейчас я все это потру на терке, на вот такой малюсенькой. И быстренько порежу сюда укропчик, тоже все перемешаю с укропом вместе. Так, ну что, когда у меня все готово, помидорки помыты, соус с укропом, с чесноком и с майонезом готов. Здесь вот были жареные, теперь я их выкладываю еще на одну тарелочку. И сейчас буду смазывать соусом и класть сверху помидорчик. Так, ну что, мои красные шапочки готовы. Получилось из 3 кабачков, получается почти 3 тарелки. Здесь немножечко вот не хватило. В общем, уже все попробовала, очень вкусно получилось. Чеснока здесь 3 зубчика, прям вах. Но мы очень любим чеснок, поэтому это круто. Кто любит поменьше, может даже 1 зубчиком, я думаю, ограничиться. В общем, все готово. Сейчас все здесь приберу. И у меня еще немножко теста пряничного осталось, так что поставлю еще пряничное тесто, потому что меня вдохновили наши розы распустившиеся. Они сейчас такие маленькие от того, что жарко. Вот эти вот розовые с белым, с кремовым, с каким-то таким. Ну, в общем, покажу вам попозже. Сейчас напеку пряников и хочу их расписать вот такими же вот розами. Ну что, вот такие вот прянички получились. Вернее, это еще не испеченные, просто вырубками сделала. Сердечки большие, сердечки маленькие, а птичку из остатков просто так ножом сама вырезала. И вот сейчас все это на 10 минут в духовку. И потом будет остывать. Ну что, пока мои прянички пеклись, блин, сердечки делала из вырубок, а вот эта птичка, мне кажется, получилась лучше всего. Из того, что я ее делала, несмотря на то, что я ее, вернее, ножом делала, мне кажется, она прямо с края все очень даже хорошо получилось. Вот так вот, начистила картошку на пюре, сейчас буду ставить вариться, помыть только осталось. И будет, в общем, у нас на ужин пюре, может быть, еще сделаю салатик, но не уверена, и кабачки жареные с помидорками. Афа, так это все мне пойдет такой, да. Афанасию! Афа, ты в курсе, что и мне такой пойдет? Давай, ну подожди, он же сейчас покажет нам. Да. Антон Сергеевич, ты сам выбирал? А как тут скорость? А цвет какой красивый. Нет, когда будешь... Скорость только на скорости. Когда... Пошли, пошли на улицу. И Маргариту забрали, да? А когда будешь ехать... Фофонька, ты как? Как будто это дрова вышли, это склад. Ты хотел такой? Пробуй. Аккуратно. Давай, только очень аккуратно. Пускай сам. Он большой достаточно. Вот. Так он даже и для меня пойдет. Нет, как я тебе, это ну, во. А это другой? Сейчас. Нет. А вы там пробовали, да, в магазине? Это пробовали. О, теперь вот это, во. Так, а и толкайся, сильно, сильно, и поехали.
Поехал? Стой. Ой, тихо. Учиться. Будем учиться, котик. Это уже не так, как на наш велик. Это ж уже скоро. Так, все, будем. 44 умножить на 8. Гриша учил себе таблицу на 4. Папа теперь проверяет. В общем, у нас что на ужин? Сосиски, пюре. Папа купил сосисок, я их вот так спиральками пожарила. Соус будет по-грузински, салатик, кабачки. 32. Маму ждешь? Ну давай, открывай мне калиточку. Что, куда мы идем с тобой? Малинку. Малинку? Так и мама, говори, мам, малинку. Ты понесешь ведерко, пошли. Да. Идем сейчас малинку соберем, да? Давай мне крючочек, я буду вешать на проволоку крючок и ведерко на крючок. Будем собирать. Мам, попи. Ты расскажи, пожалуйста, в садике какие сказки вам читают? Колобок. Колобок? Да. Тебе нравится колобок? Да. А как он говорит? Облака, бабу. Облака, лау. Убежал? Баба! Даша проверяет таблицу. Ага. 4×3 это 12. Да, 4×2. 4×2 8. Да, 4×1. 4×1 это 4. Да. Все, ты все выучила эту таблицу. Антоха тут с Александром. Где папа? Мама, где папа? Пускай. Ну сейчас, я не знаю, где-то на огороде. Где? Где-то на огороде. Она 3×2. Вы с Дашей повторили? Нет. То сейчас папа как начнет спрашивать? Нет, папа спрашивает. Да, Сашуня, на 4? На 5 это очень легко. Прибавляется еще на 5. Да, на 5 самая легкая, да? Ну и на 9 еще легкая, да? Да, очень легкая. Это все ответы, то, что из всей таблицы, все последние ответы. Да. Если ты, конечно, это помнишь. И все это. А последнее, мы еще там, вы знаете, что еще на 11, 9 умножаем на 11, 99. А-а-а. Мы еще так привали. Это очень легко. Вот эти розочки, которые мне очень-очень нравятся. Особенно эти бутончики. Тебе уже посрезать. Но они вообще, мне кажется, обалденные. Дети играют на улице, вот такое вот горище белья меня ждет. Сейчас все это нужно обязательно разложить, потому что я не знаю, сколько я уже неделю, наверное, не складывала белье. Вечно мы теперь в этой куче роемся. И тут же гладим. В общем, это караул. Просто очень даже неудобно с утра пораньше. Так что буду все складывать. Так, ну что, на сегодня все. Я сходила в душ, еле разложила всю эту гору белья. Так и разнесла по всем шкафчикам, комодикам и полочкам, все пораскладывала. В общем, устала безумно. Сейчас иду монтировать видео и спать. Вот, включила посудомойку, по очереди включаю. Один вечер посудомойка, другой день стиралка. Ну, в общем, как там что накопится. Вот, сегодня посудомойка прям забита. Так что она будет работать ночью, пока мы будем спать. Вот. В общем, все. Всем до завтра. Завтра у нас что? Среда. Уже, честно, хочется выходных. Начнутся каникулы у детей. Это там кто-то написал, что мучаем детей. Они ходят в садик. Эти каникулы у них на пенсии начнутся, когда реально не надо никуда ходить, ни на работу, ни в школу, ни в садик. А это пока их работа. Их же там не мучают, не заставляют что-то делать. Мне кажется, в садике очень здорово. В общем, ладно, всем до завтра. Пока. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well, I ain't.